«Приключения из Мариной горки». Сегодня 17 августа 2019 года. Меня зовут Вячеслав, и я буду рассказывать вам о текущем мероприятии. Как вы могли заметить, у меня за спиной стоит высокоскоростной юнибус, рядом с ним стоит Тесла, и наши гости, что называется, вживую сравнивают удобство этих двух транспортных средств. Давайте подойдем и спросим о их впечатлениях. Меня зовут Анна. Фамилия моя Манс, мы здесь с мужем. В 2015 году мы чисто случайно познакомились с этой возможностью и сразу пришли в этот, как говорится, бизнес и купили себе достаточное количество акций. Вот. У нас 5 детей, 11 внуков, и мы все являемся акционерами. Отлично. Расскажите, пожалуйста, о своих впечатлениях об этом транспортном средстве, в котором вы сейчас находитесь. Вы знаете, это просто из мира сказок. Мы просто в восторге, даже не ожидали, что такое можем увидеть. Мы слышали, что в Берлине была месса, и там была выставка. Вот, видели фильмы, все это, но сейчас воочию все это увидели, и нам очень-очень нравится. Но мы очень хотим прокатиться, наверное, когда будет. А на каком из транспортных средств больше всего хотите прокатиться? На этом. Но этот пока еще ездить не будет. Ну, конечно, мы на все хотим ездить, да. Вы же постараетесь на всех, что есть. На всех. Ждете выступления генерального конструктора? Обязательно. Очень, очень и очень. Мы очень благодарны ему за эту предоставленную возможность, то, что он всю жизнь старался и делал это. И слава Богу, дай ему Бог, конечно, здоровья, чтобы все сложилось, как он этого мечтал. Global Star Club. Возможности безграничны.